Вас приветствует канал Вячеславич. В этом году неплохо уродилась черная смородина. У нас всего два куста, но она довольно-таки крупная, хорошая. Уже начала даже переспевать. Это смородина. Такая рясная. Все усеяно. Вот переспевает. Вот хочу показать рецепт варенья из черной смородины. Готовится быстро, легко, просто, очень вкусное и хранится долго. Начинаем с самого простого. Собираем ягоду. Те, кому в этом отношении не повезло и вам негде собрать ягоду, срочно на рынок. Пока бабушки торгуют, можно приобрести. Тем более продают они по объему, литровыми, поллитровыми баночками. А как раз это варенье меряется по объему, не по весу. Ну а сибирякам, что могу сказать? Бегом в тайгу. В тайге черной смородины полно. Боюсь, правда, что она тоже у вас уже переспевает. У нас вот переспевает. Но я думаю, ведро два вы наберете. Заодно и шишки набьете. Шишка уже поспела. Так что вперед. Самое главное собрать. А дальше приступаем к переборке. Ягоду перебрали в сито. Теперь ее нужно помыть и дать стечь в воде. Ягоду мы перебрали, отмерили по объему. Что хорошо в этом рецепте? То, что все меряется по объему. Мы не по весу, как это обычно, там взвешиваете 3 килограмма этого, 200 грамм этого. Все по объему. Ягода по объему, сахар по объему, вода по объему. Если мало ягоды, можно мерить такой емкостью. Если ягоды больше, можно мерить вот такой емкостью. Мы померили вот такой емкостью. Если ягоды у вас еще больше, можно такой и можно, конечно, такой. Вот. То есть все зависит от объема ягоды. Сколько у вас ягоды, такую емкость вы выбираете, хоть ведрами. Мы померили вот такими стопками. Для нас нужно 11 вот таких стаканов. 11 стаканов ягоды. На 11 стаканов ягоды нужно будет 16 стаканов сахара, но их нужно будет по 8 стаканов брать. И 2 стакана воды. То есть вот все этим меряется. Ягоду промыли, просушили. Ну не сушили, а так дали стечь. Ягода стекла. Теперь в кастрюлю отмеряем 8 стаканов сахара. Так, сахар я отмерил. 8 стаканов сахара я отмерил в кастрюлю. Теперь наливаю сюда 2 стакана воды. И буду готовить сироп. Сразу скажу, если вы ягоду насыпали в стакан любой с горкой, с небольшой такой, то и сахар нужно насыпать с горкой. Если вровень, значит и сахар сыпите вровень. Когда сироп закипит, его нужно помешивать, чтобы полностью растворился сахар. Иначе сахар может прилипнуть ко дну кастрюли. Вот так его немножко периодически помешиваем, чтобы сахар полностью растворился. Вот сироп закипел. Теперь будем высыпать ягоду. Ассистент, давайте ягоду. Так, вот ассистент ягоду подал. И мы в кипящий сироп засыпаем ягоду. Хорошо ее перемешиваем. Хорошо перемешать и оставляем кипятиться на
небольшом огне, ну, чтобы кипело, главное. 15 минут. Вот варенье кипит. Как только закипело, замечаем время и 15 минут кипятим. Через 15 минут снимаем с огня, ставим на стол. 15 минут прошло. Варенье прокипело. Теперь высыпаем оставшиеся 8 стаканов. Сюда я уже отмерил 4. Высыпал. 5, 6, 7. Так, отмеряем последний, 8-й стакан сахара. Как я уже говорил, если с горкой ягода, с горкой и сахар. 8 стаканов мы засыпали. Теперь все хорошо перемешиваем до однородного состояния, чтобы сахар растворился. Сахар весь растворился. И горячим переливаем в банки. Но здесь не надо закатывать, там закупорить. Мы просто закрываем крышкой и все. Можно закрывать капроновой крышкой. При такой варке сохраняется максимальное количество витаминов в этой смородине. И когда загустеет, вот она остынет и загустеет, она будет как желе. Такое консистенция, желеобразная. Мы обычно такое варенье используем для приготовления ковришки. Пирог. Ну, пироги, ковришки. Ковришку добавляем в пироги. Потом я сниму отдельно, как мы делаем ковришку. Ассистент приготовит. И мы это снимем. Как-то вот так в Калининградской области мы делаем варенье из черной смородины. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик. Ставьте палец вверх. И будет у нас с вами все хорошо.